Накануне вечером в Арсеньеве вспыхнул пожар на территории, прилегающей к лесоперерабатывающему комплексу. Горели отходы лесопроизводства и сухая растительность на площади около 2000 квадратных метров. Пожар был такой силы, что потушить его смогли только к 7 утра четверга. Непосредственно на пилораму огонь не перекинулся. Отметим, это уже третий масштабный пожар за последние несколько дней, связанный с лесопромышленниками в Приморье. Прокуратура организовала проверку.